Привет, ребята! Ну что ж, наконец пришло время, или, как говорят те, кто ходят на руках, дошли руки до воплощения в жизнь моей давнишней одной идеи. Признаюсь, что в течение всего процесса изготовления я до конца не был уверен, что это все заработает и будет функционировать. Но результат реально порадовал. И начнем мы, пожалуй, с технического процесса. Все по порядочку, как учил нас наш трудовик. 7 раз отрежь, 1 раз отмерь. Ну, или я мог, конечно, что-то напутать. Усаживайтесь поудобней. Думаю, будет интересно. Как видите, резьба огнетушителя попалась довольно-таки редкостная, поэтому решать этот вопрос будем, конечно же, при помощи сварки. Тем более практика варить герметичные швы мне очень даже не помешает. А вот и сердце нашей сегодняшней самоделки – компрессор от холодильника. По мощности он, хоть я в этом и не разбираюсь, но думаю, будет весьма неслабый, так как установлен он был на большом морозильном ларе, по крайней мере, так мне рассказали на металлоприемке. Обрезать трубку забора воздуха я не решился, поэтому сделал из нее кучеряшку. Чтоб она не болталась, да и так я решил, будет интересней смотреться.
Вот практически уже все готово. Четыре основные детали. Лично мне потратиться пришлось только на этот, не знаю, как точно он называется, по-моему, редуктор давления с автоматическим включением и с быстросъемами. Сейчас быстренько все это собираем. И то, что я больше всего люблю, тестирование. Итак, друзья, производим первый запуск нашего агрегата и смотрим, как быстро он наберет давление. Конечно, тратить целую минуту на созерцание этого процесса, я думаю, будет нецелесообразно, но замечу, что занял этот процесс не более 1 минуты времени до срабатывания автоматики. Ну, гонять ветер в мастерской, конечно, у меня для этого есть уже так называемый электровеник. Поэтому испытаем-ка мы этот симпровизированный компрессор сразу на всю катушку. Попробуем накачать автошину. Думаю, для моих нужд большей мощности и не понадобится. Признаюсь честно, я сомневался, что этот компрессор осилит такую задачу, но, как я убедился, для него это далеко еще не предел. За все время накачивания колеса, практически с нуля, компрессор включился для пополнения давления всего 1 раз, да и то ненадолго. Лично я остался очень впечатлен работой этого самодельного компрессора и, конечно же, доволен его работой. Надеюсь, вам тоже понравилась данная идея. И, конечно, возможно, у вас есть мысли и советы по поводу, как улучшить эту конструкцию и, может, что-то исправить в данной самоделке. Буду рад видеть ваше мнение в виде комментариев, ваши оценки и, может, даже критику. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч!